Ну да. Александр, если что, он играет. Блин, ладно. Я вообще не так играю. Выиграл? Что произошло? Да, да, просто другая схема. Все, я проиграл. Что происходит? Подожди, а как играет? Блин, у меня другая схема просто. А у меня ее вообще нет. Как играть? Он так играет? Нет. Он не так играет. Он не так играет, да. Даже близко. А то она сейчас будет издеваться. Мне кажется, Спичкин такой не получает. Я он ставит G3, слон G2. Вообще-то. Извините. Да я полез. Ну, новый тогда. Дебют? Вперед. Вперед к новым. Ты пухты. Новым свершением. Какая муха полосатая. Надо тебя дрессировать. Ладно, извините. Вот это уже похоже на голландку. Нет. Почему? Не знаю. Ты хоть знаешь голландку? Ну там все в 5. Ну а ты в 4 сыграл. Ну а почему ты не сыграл в 5? А? Почему? А почему я должна сыграть? Почему я должен был сыграть? Так ты уже F4 сыграл. Нет. Ладно, объясни ему кто-нибудь. Смотри, нет пешки на F4. Что ты делаешь? Где пешка на F4? Не стыдно обмануть? Ну, ты так думаешь. Потом мы себя поведем. А ты уронил короля. Он поднялся. Он встал. Он сильный. Проиграл. Он сильный. Проиграл. Он сильный. Он встал. Он мужик. Он мужчина. Он мужчина, в отличие от меня. Значит, что мы здесь делаем? Как минимум ставим фигуру ровно, да? Договоримся. Тихо. Я думаю, что мне здесь делать здесь. С тобой. Так. Ну, а если мы... Нет. Блин. Нет. Она же говорила нет. Почему не слышу? Ну, а мы тогда пока... Вот так. Такой ход в никуда. Как и все мои ходы. Да. Очень похоже. А, стоп. Что? Если я сыграю так, ты же не можешь. Ну, съесть надо 5. Я что, смотри. Нет, ты не можешь, ничего. А, теперь мы играем так. И теперь. Да. Все? Это весь твой план был? Теперь мы играем так. Ну, надо подумать, брать коня этого или нет. Он, конечно, неприятный. Местный тип. Берем. И этого уберем отсюда. Тоже. Не нравится. Не нравится мне еще. А теперь отфиксируем. Это ты нам не нравишься. Да? Если что, да. Ну, что-то мне кажется, у тебя плохо все. Тебе так не кажется? Занимаешься самовнушением, что у тебя все хорошо. Так. 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 Ну, кто-нибудь выключите ему комментарий, пожалуйста, уже. Блин, конь G3 там, кстати, был ход. Ну ладно. Ясно. Ну, типа, например. Хотя это тоже не особо приятно. Ну, эта пешка вообще, мне на нее все равно. Ну, с 5? Ну, да. Ну, фишка там не в пешке, с 5. Ну, это жертва. Вроде пройдем. Так, так. Ну. Вроде получится. Так. Не уверен. Я отхожу. Так. Блин, я не понимаю. Да, сам. Ну, по-моему, здесь все проходит. Да? Ну. Должно быть, да. Да ну. А, ты сюда можешь идти будет. Ну да, я просто взял как минимум. Пешку и отыграл качество.
Есть еще, конечно, 5. Ладно, не мучу воду. Блин, я не увидела. Сегодня не мучу воду. Я это не увидела. Я тоже. Вообще молчу. Блин, ну что за тупость? Просто, блин, королем, блин, аж 8 дошло. И что? В чем различие? Потому что меня раздражает. Там я говорил, что здесь оценишь, мы где-то не это случай. Сори. I'm sorry. I'm very sorry. Так, мы уже поняли, что с реализациями тоже все отлично. Из этого надо все-таки как-то стараться чуть-чуть. Не знаю, выходит этот размер или нет, но нет. Я думала, ты ферзь Е8 возьмешь. Так, ну надо выиграть. Не смешно уже. Пора иногда выигрывать. Наша. Ну нет, это шах. Нет, не верю. Ну ладно, здесь уже все равно. Да. Тоже повезло. Ну да. Это лаки. Very lucky. Что после сегодня сыграем петрушки? А тебе нужно? Да. Я понял тебя. Поправил в 3 смены. Правильно. Я проиграл.